G'day everyone, my name is Shane Watts from the Dirtwise Academy. Привет всем, меня зовут Шейн Уоттс. И это Академия внедорожной езды Dirtwise. Спасибо, что вы с нами. Это первая часть серии видео, где мы углубимся в анализ твоих навыков, которые ты приобретаешь. В этой части мы расскажем не только о технике езды по грязи, песку и жесткой земле, но также подробно расскажем о правильной настройке аппарата под различные виды грунта. Третий основной принцип – это твое равновесие и способность удерживать и восстанавливать равновесие. Не останавливаем мотоцикл. Для тренировки проделаю это упражнение, двигаясь как можно медленнее, не ставя ногу на землю. Смотри вперед, это улучшает твое равновесие. Если ты чувствуешь, что теряешь равновесие, тебе лучше сжать руль в том направлении, куда ты падаешь, а торс наклонять в противоположную сторону. Это как раз то, что мы делаем во время прохождения наиболее сложных трейл-участков для сохранения равновесия. Особенно на трудных участках дороги, увеличивая скорость, думая о безопасности и тем самым расходуя меньше энергии. Четвертый основной принцип – это твоя уверенность, наиважнейший навык в езде. Так ты сможешь продвинуть свои навыки на более высокий урыль. Чтобы преодолеть такое препятствие, как это дерево, надо заехать сначала передним колесом. А для этого тебе необходимо идеально владеть техникой вилли. Есть еще одна техника, которую мы назвали вилли с одной ногой. Вот вам различные условия. Применяя все возможные продвинутые техники, это первый шаг на пути к успеху. Смотри вперед и быстро реагируй на ситуации и принимай решения. And being quick for your trail analysis, you have a much better chance of reacting with the best decision. We have demonstrated a lot of these skills in open trail situations. Мы продемонстрировали различные техники в реальных ситуациях, за исключением грязи, которая обычно меньше. Except that the margins for error are much, much smaller. With continual practice and application of these skills, you will soon be mastering trail obstacles that you only used to be able to dream about. Now it's time to wash up that bike and get it prepped. Сейчас самое время помыть свой мотоцикл. Надеюсь, наше наглядное видео тебе поможет. You have a better understanding of the why behind the what, so as to fast track your learning. We look forward to meeting up with you out on those advanced level trails real soon.